Так, ну вот я, в общем-то, и Volkswagen, да? Так, где я пришел, чтобы выяснить по поводу своей машинки. Чего там стучит движок и так далее. Вот, вчера я отдал, сегодня утром будем ее смотреть. Что там такое и как. Вот, впереди меня менеджер сидит, который мне будет заниматься. Его зовут Дмитрий. Я подхожу к нему. Ну ладно, итак, мы подошли к машинке. Открываем капотик. Вот. Так, я на секундочку положу, чтобы очистить щуп. Ну чего, давайте сначала посмотрим. Что посмотрим? Ну, в порядке ли масло, да, вот. Потому что многие говорят, вот у вас масло не долито, поэтому у вас постукивает. Вот я, значит, вам показываю. Вот это же нормально, да, масло? Ну, больше максимум. Да, да. Даже, нет, почему больше максимум? Это же больше максимум. Максимум, вот, а на серединке же, вот. Серединка, это нормально же. Вот она была здесь. Ну, давайте еще раз, вот смотрите, она середина. Где максимум? Давайте вместе посмотрим, какой больше максимум. Максимум вот тут. Ну, нет же максимум. Ну, кстати, тем более. Тем паче, кстати. Тем паче, что масло там в избытке. Вот. Ну, в избытке это тоже нехорошо. Так я долил по рекомендации ваших коллег. Вот. Мне говорят, а вы долейте, потому что это самое. Сейчас брали так, проверим. Ну вот. Потому что. Может быть, мало масла, и гидрокомпенсатора не хватает, и поэтому вот, происходит такая вещь. А, на самом деле, стук вот идет вот из этой вот части. Он появился где-то, чтобы вам не совать, ну, где-то недельку назад. Вот. И вся беда в том, что его динамика начала, ну, как бы увеличиваться. Понял, садитесь, пожалуйста. Пожалуйста. Скажешь, когда будешь готов. Ну, сейчас уедет. Ну да, что лишний шум, да ни к чему, действительно. Спасибо. Ренат, готов? Поехали. Перед этим не заводили, ничего? Да, даже бумага лежит, не заводить. Потому что если час-два назад ее сунули, то это будет не тот эффект. Тут пришли только в 9 утра все на работу. Потому что у меня после ночи она еще громче. Вот отсюда. Та-та-та-та-та. Да, и это та-та-та минуты две, потом так гладенько все уходит. Но дело в том, что за последнюю неделю, если это та-та-та сначала началось 2-3 секунды и выглаживается, да? Потом это стало 10-15 секунд. То есть с каждым днем она буквально там чуть ли не по несколько секунд прибавляет. Сейчас это уже достигло того, что в двух минутах потом идет выравнивание. Вот этой вот, как бы вот, вот это вот та-та-та. Такое ощущение, вот как вот до этого вот у меня было, там, допустим, девят, как вот клапана фигачат. Ну, я считаю, что это, честно говоря, поршень. Это, мне кажется, даже не гидрики, да, не гидрокомпенсаторы. Потому что стук идет такой очень характерный. И он в последнее время он стал звонким и где-то до 2 минут идет. То есть он увеличивается. Вот не знаю, кстати, вот сегодня он, это очень старая бумажка. Масло поменяли где-то 1000 километров назад. А где ты его проходил? Ну, там есть клуб Volkswagen Polosedan. Ну, ваши коллеги, только это не официальный дилер, конечно. Но мне поменяли масло. Ну, ничего такого серьезного не делали. Меняли масло, все фильтры, салонный, воздушный, бензиновый, масляный. И колодки поменяли передние. Где, вот, все. Где такой клуб находится? А? Где такой клуб находится? У меня с собой нет, к сожалению. Ну, вы ездили туда? Да, да. Ну, адрес, да? Мутищинская улица, это в районе Алексеевской. Они не являются официальными дилерами, да, это да. Что, столько нет? Ну, сейчас, конечно, нет. Его и при запуске нет.
Он был, ну слушайте, даже он чуть-чуть был, да. Но у меня есть подозрение, что просто он. Вам пас показать стук. Когда стучит. Видео записано, где стучит. Ну, у меня также стучит. Потому сейчас что... стучало? Нет, сейчас не стучал. У меня есть подозрение, что вы ее сували. Потому что. А, нет, да, да. Потому что. Так не может быть. Она вчера орала буквально у меня. Та-та-та, это было, я говорю, до двух минут. И очень сильные были удары. Может, холоднее было, поэтому возможно, может быть. Нет, не из-за этого. Не из-за этого. Она у меня даже вот это самое, когда вот сейчас вот дает, я же говорю, где-то неделю назад, Андрей, была вообще плюсовая температура. Да, конечно. У вас видео есть со стуком? С собой нет, к сожалению. Потом, сам вот, как вы говорите, вот этот только шум там послушать, у меня есть подозрение, что кто-то ее сунул. Ну ладно. Да, потому что так не может быть, она вчера буквально орала. Давайте замерим компрессию. Давайте замерим. Вы увидите, что в определенном цилиндре, я уверен, у вас такой стук, значит, в одном из определенных цилиндров она явно упала. Так не может быть, там идет задел. Я вам точно отвечаю. Если мы померим компрессию, вы увидите, что компрессия будет меньше. В одном из цилиндров точно, потому что такой стук не может быть без потери компрессии. Я уже в этом абсолютно уверен. А потом компрессия появляется во время прогрева? Нет, мы просто вот будем заводить и смотреть, какая компрессия в каждом цилиндре. Вы сказали, нет, что слушайте, значит, в течение, через какое-то время стук перестает. Через 2 минуты. Если компрессии нету, двигатель неустойчиво работает всегда. Так, будете нет. Слушать? Нет. Смотрите, когда слегка задрано, нагревается поршневая группа, и этот, с автомобилями больше этот 27 лет. Стучок исчезает. Да. Нет, стучок да. Может быть, а компрессия откуда появляется? Компрессия из-за чего? Там есть компрессионные кольца. Так. Они держат сжатие. Ну, компрессию. Мы как проверяем сначала? Вы же не будете проверять во время всего движения, что ли? Вы изначально. Если двигатель стучит, мы компрессию не меряем. Мы просто меняем пальцы. Просто вы не будете мерить по компрессию, отказываетесь мерить. Зачем? Ну, действительно, зачем? Я прошу померить компрессию. Есть? А, ради бога. А готовы платить? Сколько стоит? Ничего, мастер приемщик вам скажет. Порядка 2500 рублей. Хорошо. И если выяснится, что компрессия не такая. То есть я не буду тогда оплачивать эту замерку компрессии. Потому что она, кажется, если не такой, то не по норме, то все будет ясно. То конечно, почему я должен буду ее оплачивать? Почему? Потому что машины не гарантийны. Это понятно, что они гарантийны. Но то, что заводской бак, это же понятно. У вас каждая вторая машина идет с таким дефектом. А вы считали? Ну, по статистике, посмотрите в ваших почти чатах, как все почти пишут владельцы. Статистики. Владельцы все. Есть статистика жалоб. Ага. А сколько не жалоб? Она есть статистика? Есть опубликована в журнале «Автоэксперт». А что такое за журнал? Вы не знаете «Автоэксперт»? Нет. Ну тогда как вы можете 20 лет работать, если вы такой солидный журнал не знаете? 27 даже, да? Вы не знаете «Автоэксперт». Ну, понятно. Ну как, 27 что лет. Что журнал этот мне? Он... Мне, как инженеру по гарантии, что это журнал? Может быть, он вам и не значит. Мне, как потребителю, значит. Значит, смотрите, он публикует следующие данные. Я не могу основываться на... По жалобам потребителя, каждый второй владелец Volkswagen полуседан, начиная от 2011 года, жалуется на то, что от 40 до 80 тысяч появляется в разные периоды вот этот вот стук, и он не исчезает. Он продолжает. Да, я смогу с вами согласиться, если это не делать, этот стук останется, и он может даже остаться чуть ли не до 300 тысяч. Вот. Как но вот пишут все эксперты, знаю. Да, значит, вот они так вот, знаю. Значит, заявляют. Но он усиливается. Он усиливается потом. Естественно, сам собой не зарастет, он не вылечится. И нужно как, производить ремонт. Как хорошо. Пишут ваши коллеги, хорошо. Смотрите, я до конца просто говорю, они говорят, потом меняют поршневую группу. Подтверждающие документы замена масла, начиная понятно. С 13-го года. Угу. Я понесу пожалуйста. Справку, если в этом дело, я не, понесу. Не, мне не справка, мне документ нужен. Какая документ справка? Понесу, да, с за подписью нету? Печать. С собой нету. Жалко. С собой сейчас нет, но если надо, жалко. Я поднесу. Значит, смотрите, вы можете записать свой видеофайл, приехать и показать. Угу. Этот видеофайл надо лучше не на iPhone, можно на телефон. Можно на фотоаппарат. Формат MP4. Ну, да, да, мне, чтобы потом можно было конвертировать.